6 по 9 января в Подмосковье на базе отдыха «Зеленый остров» состоялся первый молодежный выезд объединения церквей евангельских христиан под названием «Паломничество в Вифлеем». Три незабываемых дня, которые были наполнены эмоциями, яркими впечатлениями, семейной атмосферой и, конечно же, Божьим присутствием. Вот и состоялся первый молодежный выезд объединения церквей евангельских христиан. И одна из главных целей этого выезда – показать ребятам о том, что христианином быть круто. И рассказать им о том, кто такой был Иисус Христос и что Он сделал для каждого из них. Также нашей миссией является воспитание молодых посвященных служителей в каждой церкви нашего объединения. И молодежный выезд как нельзя лучше подходит под этот проект. Каждое утро каникул начиналось с молитвенного служения, а после весь день ребята проводили на свежем воздухе. Каждый вечер в лагере был направлен на то, чтобы еще больше узнать о Боге и о том, кто же такие христиане. Молодежные служители учили ребят молиться и прославлять Господа. А затем общались с ними в формате ток-шоу на важные для каждого подростка темы. Молодежь – это будущее нашего объединения, поэтому мы хотим, чтобы в каждом городе открывалось новое молодежное служение. Молодежный выезд – это отличная возможность ребятам познакомиться и раскрыть свой творческий потенциал. Мы отлично провели здесь время, и мы все верим, что такие выезды станут хорошей, доброй традицией нашего объединения. В завершение выезда состоялось торжественное служение завета чистоты и святости. В этот вечер молодежь царства заключила завет, пообещав Христу хранить себя в чистоте и святости в отношениях с противоположным полом, служить Ему и быть верными. Для служителей великая радость видеть, как подрастающее поколение горит для Иисуса Христа, как в каждом молодом сердце рождается любовь к Спасителю и желание служить Ему на протяжении всей жизни. Мне нравится, что тут отзывчивые ребята, они настоящие друзья. И после этого выезда я решил служить молодежке. Молодежка – это сила. Молодежка – это хорошая возможность послужить друг другу. Молодежка – это всегда все самое новое и интересное. Будь молодежки, будь в тренде! Здесь я реально узнал Бога и познакомился с новыми друзьями, крутыми. Молодежка в моем сердце навсегда. Информационное бюро «Спектр». Специально для «Протестант ТВ». Москва.